Авіабазу «Енгельс» атакували дрони ГУР. Безпілотний дрон «Камікадзе» українського виробництва «Лютий» прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію «Енгельса» буде продовжено. Це пишуть джерела, так, в ЗМІ пишуть на посилання і на посилання у джерела. І наслідки наразі уточнюються. В «Енгельсі» розташована основна база стратегічних бомбардувальників. Не вперше ми бачимо, що відбуваються ось ці атаки. Романе Григоровичу, а якого, ну, власне, якої сили мають бути ось ці удари, щоб дійсно там все треба, ну, щоб все вивести із ладу? І ось цей новий дрон «Лютий», я правильно розумію, це якийсь новий дрон? Да, это новый дрон, о котором давно уже говорилось, что он станет на боевое дежурство после того, как начнет производиться уже промышленными партиями «Лютый». Ну, это примерно, ну, это дрон самолетного типа с дальностью до 1000 километров и с боевой частью до 100 килограмм. Зависит боевая часть и дальность зависит от того количества топлива, которое берет, допустим, этот беспилотник за счет веса боевого заряда. То есть может увеличиваться боевой заряд с уменьшением топлива, но дальность, естественно, уменьшится. Либо с меньшим боевым зарядом, но с большим запасом топлива, значит, с большей дальностью. Вот есть определенный этот паритет по дальности в районе Энгельса, где-то 600 километров, 600-700 километров. Весь вопрос, сколько будет использовано этих беспилотников и какая у них будет цель. Естественно, основная цель – это самолет. На Энгельсе находится эта серьезная база стратегических бомбардировщиков российская. В свое время Украина туда, Кучма, вместе с, в основном это Кучма, туда передал большое количество и ракет Х-22, и Х-55, и те же самолеты ушли как раз на эту базу. То есть оттуда к нам возвращается обратно привет от Кучмы. Днепровец наш великий, Днепропетровец он тогда еще был. То есть вот это вот эта основная база. Там находится СИС, одна из центральных, это служба, инженерная служба по подготовке этих ракет, специальная инженерная служба, которая подготавливает ракеты такого уровня, ну, естественно, мы их принимаем. Х-101 – это уже новые ракеты, Х-55 – это те, которые как раз Украина передавала, 555-й – это на базе 55-х россияне их уже дооборудовали под определенные задачи, в основном конвенциальное оружие, то есть это одна из таких серьезных задач для наших систем дальнего поражения, которые надо вывести из строя. Мы уже туда били. Били туда Ту-141-ми, стрижами, мы помним это, эти заходы. А сейчас начали доставать уже и беспилотниками. Ну, допустим, там 2-4 беспилотника, это, конечно, мало. Может, это, скорее всего, разведка боем. И в ближайшее время туда уйдет несколько десятков беспилотников. Вот тогда будет нанесено серьезный ущерб. Основная задача – это СИС, эту специальную инженерную службу отминусовать, самолеты Ту-95, Ту-160 и попытаться добраться до подземного хранилища топлива. Там практически море авиационного керосина. Представляете, сколько съедает, допустим, Ту-160? В него заправляется 3 железнодорожные цистерны авиационного керосина. Это 150 тонн, там больше 150 тонн. Это только входит в один Ту-160 для выполнения боевой задачи. И, естественно, там тысячи тонн авиационного керосина в карстовых пещерах под Энгельсом, под самим аэродромом, недалеко от Волги. Если подорвать это море авиационного керосина, возможность это есть. Как минимум, ну, полетают энгельсята все, именно реально полетают. И Волга изменит свое русло однозначно, потому что там будет такой серьезный провал. То есть есть возможность вывести из строя всю эту авиабазу вместе с... Причем навсегда ее вывести из строя. Проблема, конечно, будет с Волгой. Но россиян же не сильно интересовала проблема с Днепром, когда они подорвали в Каховскую ГЭС. То есть, значит, нас, в принципе, не должна эта проблема россиян интересовать. Я думаю, Главное управление разведки доберется именно до этого подземного озера с авиационным керосином, который очень легко, в принципе, подорвать, потому что керосин поджечь сложно. А вот пары керосина, то есть они очень хорошо горят, и потому есть возможность до него добраться.
Були атаки по Курській області, і цілями міг стати завод «Авіаавтоматика», який виробляє прилади для російської військової авіації, та електропідстанція, що розташована біля військової частини, про це повідомляє, зокрема, Радіо Свобода. І мається на увазі, що за 500 метрів від підстанції розташована 16-та окрема бригада РЕП російських військ, яка, зокрема, бере участь у повномасштабному вторгненні, так що 2022 року. Пане Григоровичу, тим часом росіяни повідомляють про те, що начебто дрони намагалися атакувати Курчатівську АЕС, так, у Курській області. Ось скажіть, будь ласка, те, що вони, власне, ось таким чином подають інформацію, це, знову ж таки, може свідчити, що це провокація? Ну, це, як мінімум, ІПСО, так називаємо, доволі-таки дешевенька, тому що, якщо б треба було попасти по Курській атомній, повірте, бо вже давним-давно попали. Вопрос тільки, зачем це нам треба? Все-таки атомные ядерные объекты, они должны быть вне зоны боевых действий под разными колпаками, неважно. Дело в том, что это все-таки глобальная катастрофа, то вывод из строя ядерного или атомного какого-нибудь предприятия. Это проблема для всех, для всего мира. Мы прекрасно знаем, что такое взрыв Чернобыльской атомной. С 1986 года до сих пор его отхаркивает. И потому уж точно наши средства поражения не над одной атомной станцией не идти не будут, ни целью она не будет. Это уже пусть россияне успокоятся в этом смысле. А вот военные цели однозначно это одна из основных задач. Легальные военные цели, воинские части, заводы, станции, электростанции, которые питают эти заводы и воинские части. Вы видите из строя электростанцию, которая питает, допустим, завод по производству определенных авиационных компонентов, завод станет, он весь не сможет работать на генераторах. Да, какие-то аварийные службы будут работать, но завод работать, выпускать продукцию точно не будет, потому как раз вот эти подстанции рядом с военными объектами, это сейчас электроподстанции, это сейчас одна из основных задач наших средств поражения, и я не удивлюсь, что используются в том числе, как россияне говорят, и С-200 для поражения этих объектов, потому что она может работать и по земле, в том числе с дальностью 300 километров, это как раз достанет практически всю Курскую, Брянскую и Белгородскую, да и Воронежскую, часть Воронежской и Ростовской области, именно С-200. Ну и плюс дальние средства поражения наши, которые сейчас есть у нас. Работа, скорее всего, по военным объектам, работа ведется главным управлением разведки. Почему? Удары и по Энгельсу, это работа главного управления разведки. И, скорее всего, здесь та же самая картина. А служба безопасности у нас занялась санкционным давлением на российскую углеводородную промышленность довольно-таки успешно. Мы прекрасно это видели. Санкции службы безопасности очень хорошо себя показали.